Всем привет на канале Камилы Каролины. Сегодня я буду делать лучшие лизуны, распакуем их. Вот у меня есть такие лизуны. Они немножко стали твердоватые и не тянутся. Но я знаю, как их исправить. У нас есть тарелка, зубная паста, ножницы. Два лизуна. И 5 слаймов. Такие два и таких виноградовых, яблочных. Ну, это как спрайт. Это что? Я забыла, что там было. Пепси-кола вроде это было тогда. И это фанта. Вот. Ага. Давайте начнем с слизи. Ее мы не исправим, но просто делаем мини-обзор. Вот такая вот слизь. Да, черная. Как водичка. И вторая такая. Слышь? Такая. Только неоткрываемая. Давай. Такая красивый желтый. Такой вот, как лайм. Такой зеленый. Желтый. Так, слизи мы отложим, но потом берем это. Я думаю, давайте откроем всех их. Первый будет желтенький. Вот такой вот желтый слайм. Вот. Плохо тянется так. Ну, мы его исправим. Да, и он плохо следливает. Ну, так он красивый очень. Следующий спрайт. Вот этот вот еще нормальный. Только тоже рвется. Такой вот. И его друг поменьше. Тоже лучше, чем желтый. Вот, я их смешала двое. Сейчас достану фиолетовый. Вот такие вот баночки пустые от слаймов. И возьмем фиолетовенький. Он похож на зелененький, но немножечко. Да, самый лучший. Они не жмакают. Да, плохо жмакают. Вот. 3 слайма. И раз. 2, 3. Такой большой получается. Да. Вот такой слайм. Напишите в комментариях, какой же цвет получится. С этого всего фиолетового, зеленого. Вот. Такой он стал. Я думаю, давайте. Вот так. Он остается мокрым. Стойте. У меня есть идея. Вот берем тарелку, ложим. И чуть-чуть. Пока что. Он получится тянучим. Вот. А что это ты добавила? Зубную пасту. Угу. Чтобы он стал тянучим. Побольше. Во! Тянучим становится. Так. Я нужно носить в руках. Он стоит белее, потом его можно будет покрасить в какой-нибудь цвет. Будем мешать. Ну что, лучше стал тянуться, нет еще? Может, тарелочки помни его, как тесточка.
Потом жаришь в духовочке. Она немножко мокрая. Готовка слайма. Вот. Теперь он стал лучше тянуться. Угу. Помни, чтобы паста твоя смешалась. Желтый. Кусочки его отдельно смешаем. Это не рвутся. Нужно теперь долго мешать. Вот желтый. Вот, он стал уже лучше. Немножко жмакаться. Но все равно не вкусно. Ну, теперь тянется, да? Что ты деткам посоветуешь? Зубную пасту. Зубную пасту, если будет что? Если лизун немножко испортится, ему плохо тянуться, плохо, да? Плохо тянуться. Так. Это я потом отдельно занесу. Такую вот звездочку. Когда мы покупаем лизунов, мы на срок годности не смотрим. Но вдруг попадется, что плохо тянется. Камилочка советует положить немножко зубной пасты. Можно еще этого пенолизиста, он стал воздушным, но я больше. И он почему-то у тебя стал зеленым, да? Разные цвета туда вмешала. Ну, зеленого там было больше. Стал весь зелененький. Вот такой крутой стал. Мягенький, да, стал? Он какой-то цоплый. Ладно, будем его мешать, чтобы он стал полностью мягким. Ой, он стал такой прикольный. Опять желтые кусочки, которые не вмешиваются. Ну, я потом сюда в желтые кусочки добавлю даже немного. Это он, просто маленький его. Вот, он уже немножко цоплит. Слышите, звук? Стрелять стал, да? Да, стой, сейчас еще. Вот такой звук еще. Раньше такого не было. И он стал такой, как бело-зеленый. Такой. И его можно добавить краску. И он смешается. Вот как он стал тянуться. Угу. А раньше он так не тянулся. Вот такой вот слаймик прикольный стал. Длинный попробуем добавить сюда. И помешать. Да, не вымешать, потому что там желтый слайм. Тут я долго мешала, он такой мягкий стал. И немножко тянуться побольше. Мне тоже возьму. Угу. И очень длинный он будет. А этот чуть не перемешивается, потому что там много желтого. А желтый вроде бы самый там плохой. Ну ничего, положим желтую коробочку. И там он будет охрениться. Мне нравится зеленый. Какой же лучше получился? Это какой был? Это какой сейчас? Как ты думаешь, Вася? Ну, наверное, какой сейчас лучше стал. Стал. Ну да, я попробую. Да, он такой прикольный. Нежненький. Классный. А ну, этот. Ну, этот, конечно, жестковатенький. Ну, тот вот этот лучше.
Который с зубной пастой побольше, да? Да. Ему можно краской перекрасить. Угу. Любой. Ты еще хочешь мячки сделать, да? Да. Я хочу, чтобы он сильно тянулся. Да-да. Немножечко питается. Но он очень мягкий стал. Во! Ого! Он такой мягкий. Ну, так понятно. Наверное, теперь получается, чем больше ложи зубной пасты, тем он будет еще будет мягче, мягче, мягче. Тем будет лучше. И будет сильно растягиваться, да? Слушай. Угу. Такой звук. Ну, цоканье, конечно, не слышно. Эксперимент прошел удачно, да? Да. Ну, вот, вот видите, как тебе растягивается. Кончик, да. Ну, рвется. Ну, конечно, он все равно растягивается. Ну, да, снова. Изначально, что он не совсем Макс уже... Не рвался. Ой, вообще рвался. Не хотел. Вот даже пузырики начали надуваться. Угу. Его можно вот так. Нет, так не получается. С этим должно быть. Вроде бы. Я знаю, что с этим. О! Он стал лучше. Он полежал, и его кусочки немножко так... Но он все равно рвется. Видишь? Угу. Он вот так рвался. Но этот, наоборот, лучше стал. А-а-а! С мишкой. Вот. Что ж получится? Стой. Как-то попробуем. Сейчас. Иди. И ничего не хочется. Давай. Ничего. Они смесятся. Он будет черный. Черный возьмет свое. Да, потому что он темнее, чем этот. Вот, вот так. Не порт, зелененький, красивший вот тут, лиловый. Да. А черный, бе, страшный. Так, ну глазки подсунете, он такой. Его можно надувать. Помнишь? Вот через трубочку? Да, он такой большой стал. Помню. На место иди, на место иди. Ты тоже на место иди. Ой. Вот такой у нас получился прикольный эпизод из зубной пасты. Всем пока. Подписывайтесь на наш скоренький канал. Пока-пока. Нажмите на классную кнопочку и на колокольчик. Будет выходить новое видео и уведомление. Пока-пока. Пока-пока.